так начинались мои последние 5 дней. Шрадик, Данкля и обязательно минут 10-15 просто водить смычком. Я очень хорошо на всю жизнь запомнила уроки Лидии Пименовны Метряковской, моего первого педагога по скрипочке. Она меня ставила перед собой на табуреточку, как раз мы тогда с ней становились одного роста. Она сидела, я стояла. Вот. В руках у меня была восьмушечка, скрипочка. Вот. И она говорила, что Светочка, в скрипке, вообще в игре на скрипке, главное не ноты, а звукоизвлечение. А звукоизвлечение – это 90% смычок, поэтому просто начинай водить по струнам. Вот. И ты должна... без ровного, И я тут поняла, как это вообще на психосоматике связано, как с психосоматикой. Вот как ты дышишь, вот так ты играешь. Это очень... Вот люди тратят большие деньги, ходят на всякие медитации, уезжают в дальние страны. Люди, берите в руки скрипку. Это лучший медитативный инструмент, который вашу всю психосоматику приводит в баланс. Честное слово, я никогда так не была счастлива, как за последние вот эти 4-5 дней. Я просто водила с смычком по струнам. Может, ты нам полчасика поводишь? Ну, я, кажется, удачно запомнила паузу, да? Все нашел моих. Сейчас поможу вам.